Всем добрый день суток, все равно загружаю ролик с телефона, ну на свету, да, извиняйте. Так, я еще грому хочу наложить, покушать, большую ложку взять, вот эту, и лопатку прям наложить, а сам буду сковородку мыть. Так. Дальше поснимаю, не обессудьте, потому что я поеду в город. Мне это. Интернет безлимитный. И... Едем за кормом. Пока я буду собираться, он более-менее, может быть, загрузится, и я вам все покажу. Так, ему хватит, а то он лопнет. Вот, потом помою, я приеду. Так, чуть... Так, коллега в курсе, все в курсе, где чего. Сейчас я в холодильник уберу ее. Так, молочком сейчас чуть. Кашу и кипяченой водой. Так. Густо варю всегда, объяснил. Ну это я сейчас, видите, не... Кухня уже кидал ролик, кто был, завтрак, ужин смотрел. Вот. Воду он и рядом похлебает. Так что, пусть ложка лежит. Так. Молоко. Молоко хоть можно не убирать, но пусть оно лежит лучше здесь. Все. Алику скажу, чтобы он следил за моим этот, как там, Юр красивый. Красивый. Так, мусор не забыть. Так, орлы, ахаровцы. Ну, сейчас сразу выкинуть. Банки, что ли, блядь, из-под огурцов там, знаете, мелкие, из-под перца какого-то. Вот это колесо надо сделать, газ заправить, корм купить, деньги поменять с кредитки, за так, пин-код вроде запомнил. И этот, дел полно такое, и все, прицеп зашнуровать, его чуть подчинить сейчас там шнуры, ну и все. Так, у меня будет еще один мусор, блин, котелок, побелел весь этот. Ветер, холодно, на улице сейчас 9 градусов, вот, вау, собаки, ну я приеду, переоденусь. Собак убраться, миски помыть и корм поставить. Олег будет кормить. Тихо, Гром. Белый, хватит орать. Ревнивая истеричка. А что, ты есть не будешь? Давай, может, сначала перекусишь. Ого. Ой, истеричка, что ты истеришь? Так, ошейники. Ты же, у тебя корм. Гром, иди к себе есть. Гром. Злат, отстань от него. Гром, иди есть к себе. Иди к себе ешь.
песни. Гулять я все равно сейчас закрою. Ой, ты какая ты! Уйди, уйди гуляй. Саёр, ты готов к труду обороны? Я сейчас только по делам съезжу, сгоняю. Так, ошейники вам поснимать. Так, белки снять, ошейник Чези я снял. Узад тоже снят. У Каюра одет. Грома я не буду одевать. Приеду сейчас, переоденусь, дайте мне дела сделать и этот. Два мешка вам привезу. Посмотрю, может быть. Ну, два по 10. О, дурында. Вот, я на сборы. Ушли, давай, все, гуляйте. Дайте ему, сейчас он поест. Труба. А-та-та. Идите гулять. Хуй за мной, как хвост. Белка вообще ревнивец. Так, крючок у меня здесь лежит. Мне осталось все поставить по местам. А, машине сейчас надо, сразу пока не заводил. Сейчас я масло посмотрю. И этот. Потому что дорога дальняя. На мойку обязательно заеду, потому что после последних поездок, конечно, крыло я немножко повредил. Но мы там его выпрямим. Хотя, может, сейчас лопатой. Ну, сейчас приеду. Лопатой махану ее. Подправлю. Она должна. А потом, если что нет, можно кипятком. Кипятком и это. Вижу, у него тут. Вот она. Да, сполосну. Это от грязи, что ли. Склипс вышла. Ух ты. Фига себе. Только сейчас увидел. Ну, за все, защелкнулось. А это мы тогда в Карелии я повредил-то. Так, хватит его караулить там. Злата ушла оттуда. Пусть ест. Спокойно. Все, капот поднят. С поднятым я точно не уеду. Потом на мойку. Ну да, надо дубину. Разбор полетов. Не прыгать на меня только. Хватит орать. Че ты орешь? Орет. Так, ему что-то надо будет в кузове постелить. Гром, иди гулять. Гром, иди. Гром, иди, потом доешь. Иди. А то ты потом я поеду, будешь сопли устраивать. Да, конечно. Ага. Сейчас. Я знаю, что вы соскучились пока ж. Приеду. Будете переходить на натуралку. Да. Я в чистом сейчас просто. Мне надо сделать в городе дела. Чтобы с прицепом не мотаться. Так у тебя там нет ничего. Что ты защищаешь-то? Бела, фу! Что ты там? Ты же вот охраняешь свою... Что вышло у тебя из зады? Вообще все охраняет. Овчарка, блин. Иди сюда, Бела! Вот такой голос понимают они. Где Злата? А, вон он ходит. Так что вот. Пока солнца нет. Вроде он более-менее
камера эта срабатывает, вроде картинки ничего, без обликов этих всяких. Вот пусть они поносятся. Дела сделаю мне. Сейчас чехол взять, СВД взять. Ну такое, чтобы мне очень с прицепом будет тяжело. Мне надо, чтобы сесть и поехать. Поэтому я сейчас поеду так. Ну и корм, мне сюда все равно возвращаться. Мне надо поехать корм купить. И... Так что сейчас буду в городе, интернет будет хороший. Я сразу вам этот ролик выкину. Ну а нам с Каюром двигать сейчас в одну точку до сбора. В отель. В гостиницу «Рога и копыта». Кашу Громовскую охраняет. А Гром меня. Гром. А Гром. 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 Чудо. Я приеду, буду сейчас у вас убираться. И поэтому... Какой весь моднявый. Моднявый прям. Ты с ума сходишь, белка. Понимаешь? Перебор. Да перебор, бел. Иди гуляй. Коза. Так что, Злата, иди гуляй. Все, и ты молодец. Все, брык и все. И? Иди гуляй. Перетягивай тряпочки, что. Злата, уйди оттуда. Чувствовали кашу родную? Будет вам каша. Будем закупаться и мясо, и все остальное. Кашу надо закупать. Осталось две пачки, только Грому. И один Геркулес. Но им хватит. Ну падай, что, я не знаю, села, уши сложила. Но... Брать я тебя не буду. Мне с одной собакой будет проще, поверьте. Очень проще. А вы наведете шороху. Пройденный этап. Брать кого-то одного или двух, а ходить по одной. Я так делал в последний раз в Карелии, кто меня смотрел, как Каюр глухарей гонял. Ну, там были эпизоды. Правда, телефон и все, фотоаппарат садится, там очень влажность большая. Поэтому я ноутбук с собой не беру, ничего не беру. У меня только аппаратура, жужа с собой, все дела. Вот, и буду снимать нас. Я тебе покопаю, ты-то никогда не копал. Как вы достали в том месте, вот в одном месте, Каюр, накопаешься еще. Надо было на водохранилище копать вместе с ними. Меняет совсем. За последний, он чувствует последние два дня. Это вообще, это не кобель. Какое-то послушание не такое. Что-то вообще, как этот, ну, выкаблучивается, короче. Что-то. И панты колотит перед... Я герой, а вы все никто, да? И это пошла туда. Там мыши, наверное. Но опять хорошо земли есть возле забора. О, потягайте лучше. Так что с ним будет проще, я уже объяснял, потому что в паре брать кого-то в паре, это уже будет не охота, это будет дурдом. На крайняк ведь что, да, естественно, ушедшего зверя ты обозначишь и найдешь, да, морда, а? Прижимается. Постелю я тебе пару одеял. Но если будет сыро, придется их выкидывать в прицеп. Вот. Ну все, давайте тогда это будет последний очерк. Я не буду снимать, как я в город, потому что я буду покупать, мне будет неудобно. Мне сейчас надо будет быстро сейчас все действовать. Вот, поэтому я приеду, их покормлю обязательно. Мне бы вам это показать.
Ну, я сейчас одним файлом снимаю, чтобы мне не склеивать, в то же время не терять, пока я буду ехать. Пусть начинает грузиться. Пока буду цепляться и все остальное. Мне сейчас задача — это колесо пустое, шиномонтаж от прицепа. Я потом приеду, сейчас переоденусь. Во что-то такое переодеваться. Вон колесо мне лежит, поводки сыроваты, конечно. Вы все хотите ехать, я знаю. И что? Передохнули после отдыха вашего на водохранилище? С прицепом, конечно, там тяжеловато такие миллиметры гонять. Так, ладно, уже 16 минут, деньги. Время деньги, да, время дорога. Вот. Поэтому... Все, пойду я посмотрю масло. Давайте. Я думаю, что еще какой-то ролик будет. Я поснимаю, может, какая-то загрузка, там базу. А, не на гостинице «Рога и копыта» называется. Ну, юмором, с юмором, ребята. Вот. Где там что-то мы тоже поснимаем. Мне кажется, там интернет не очень хороший. Но посмотрю. И, может быть, еще какой-то очерк с первой точки сбора. То есть моя первая, со второй точки сбора дополнительно забирать людей. Вот. Сбор. Вторая машина, я не помню, тоже L200 вроде едет. Ну и начну потом. Там, может, очерк сделаю. Ну а потом я вам покажу, как мы... Потому что мы будем грузить лодки, фиготки, моторы. Там вся основная. У меня аптечки там визуально, что, лопат, топоры, казаны, ковши, такое, личная одежда, аппаратура, оружие. Так что такое вот свое теплая одежда. Все, давайте, всем пока. Каюр, передай всем привет. Скажи, не бздите. Каюр, скажи. Скажи, не бздите. Все. Блин, какой ты стал неуправляемый. О. Знаешь, что будет вам вот этой возни не хватать? Рыка и гавканья, но... Главное нам, чтобы всем вернуться живыми, здоровыми. В любом случае, тайга ошибок не прощает, я это много раз говорил. Но ситуации бывают разные, это я никого не готовлю. Я сам не знаю, что меня ждет. Любого из охотников. Не знаю, там есть местные собаки, у кого нет, я не знаю. Ну и каюру пожелать хорошей, правильной охоты. И быть рядом со мной. Потому что я никого не готовлю, и каюр мне сейчас нужен будет осенью, утка, фигутка, и с его клювом, с его слухом есть плюсы в каждой собаке, только каждая собака, видите, отдает качество работы свое, то есть кто-то чем-то... У меня первый раз собака-птичник, чисто вот мелочь, ну такое, но посмотрим, что он покажет своим клювом, может, белка-куница еще будет. И тогда вообще можем будет его выставлять на диплом. Ну, ему 3 года скоро. По идее, он должен был раньше это все показать. После 2 лет. Нет. Блин. А это труд, как всегда, возле моих ног. Белка это. Вот. И все. Вот поэтому... Кобелей обычно берут таких более сильных и более, то есть, ну, берут в стаю таких зверовых, таких сильных, которые, ну, смелые, отважные. Ну, он в стае-то, вот он, посмотрите, он ведет себя.
Он такой легкий, легкий на характер, слабенький. Он гром фигачит, он видно, что он такой пофигист, отважный, его даже грызут, он вон, каюра за бок. Вот. Вот такие кобели берут обычно, вот люди и держат, чтобы была помощь. А вот это тяв-гав, мелочников обычно вот любит сук, который птицу, белку, не... Ну ладно, что я вам буду рассказывать, все равно многие этого не понимают и не поймут у них. Поэтому можно это все посмотреть, почитать. Я много и ролики снимал про это. Все, начинается дождик, ребят, все, я заканчиваю репортаж. Будь здоров!